Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу второй подарок моей жене на день рождения. Это селфи-палка от Xiaomi, или монопод для селфи. Но кроме этого, у нее есть еще одна функция. Она может работать как тренога, то есть как штатив. Коробка выполнена в стиле Xiaomi. На задней части по-китайски написана инструкция и основные характеристики. Продукт для внутреннего рынка. Но с другой стороны, зачем нам знать, что там написано? Давайте сами попробуем разобраться. Упаковка с завода была не вскрыта. Сверху нас встречает небольшая коробочка, в которой находится пульт дистанционного управления. Ну а дальше сам монопод и маленькая книжечка с инструкцией на китайском. Сама палка очень компактная. В сложном состоянии длина ее около 19 см. Но к ней мы вернемся чуть позже. А теперь давайте откроем маленькую коробочку. Там, как я уже говорил, находится пульт, который по Bluetooth соединяется с телефоном и позволяет выполнять фотографии. На самом пульту всего одна кнопка с изображением фотоаппарата. Также по бокам есть специальные прорези для того, чтобы фиксировать эту кнопку на самой палке. Сверху мы видим microUSB разъем для того, чтобы заряжать встроенный аккумулятор. Когда аккумулятор разряжается, кнопка начинает моргать красным цветом, а дальше мы подключаем ее к зарядке. Так как внутри стоит маленькая емкость батареи, то итоги зарядки будут достаточно маленькие. По итогу полная зарядка достигается через 40 минут и залитая емкость около 22 мАч. Кстати, аккумулятора хватает на несколько дней непрерывной работы. Я специально не выключал и оставлял эту кнопку в работе. Для того, чтобы смартфон увидел пульт, необходимо зажать кнопку и удерживать несколько секунд. На смартфоне появляется новое Bluetooth-устройство, и мы производим с ним сопряжение. После этого светодиод загорится постоянным синим цветом. То есть, если светодиод моргает, значит соединение не установлено, а если горит постоянно, то он подключен к смартфону. Если выключить пульт, а затем его снова включить, то связь должна установиться автоматически. А если наоборот, отключится телефон или Bluetooth, то для восстановления связи нужно будет нажать кнопку на пульте. Так, теперь давайте посмотрим, каким образом с помощью этого пульта делать фотографии. Запускаем камеру на смартфоне и нажимаем на кнопку. При этом не важно, основная камера запущена или фронтальная, а также режим фото или режим видео. При этом сама кнопка работает так, как будто вы нажали на экране кнопку фотографии. В режиме видео вы запускаете запись видео. Кстати, сам пульт довольно удобно крепится на самой палке. Держится хорошо, уверенно и точно не вылетит. Ну а теперь поговорим о самой палке. Как видно, часть, в которой зажимается телефон, удобно и компактно складывается. При этом она имеет достаточно широкий угол изгиба, в то же время не люфтит и не болтается. Сами лапки для зажима телефона можно повернуть на 360 градусов. Минимальная ширина захвата составляет 55 мм, максимальная 90. При этом саму верхнюю часть также можно повернуть на 360 градусов двумя фиксированными положениями по 180 градусов. Ну и теперь главная основная часть – это телескопическая палка, которая состоит из трех колен. И в максимальном разложенном виде длина ее составляет 50 см. Палка сделана из металла, похожего на алюминий, что придает конструкции легкость и в то же время прочность. Все соединения выполнены качественно. Кстати, части, которыми зажимается смартфон, прорезинены, так же, как и некоторые части рукоятки. Такой конструкции удобно добиться любого расположения смартфона. А теперь еще одна особенность – это раскладывающиеся ножки. Сама ручка состоит из трех частей, при разведении которых у нас получается штатив, ножки которого прорезинены и не скользят. Штатив достаточно уверенно держится на поверхности, при этом остаются доступными любые манипуляции с поворотами и выдвижениями самой палки. Мой Alieco Cool 1 на 5,5 дюймов без особых проблем фиксируется в креплении, и можно удачно делать селфи. Кстати, при заблокированном телефоне и нажатии кнопки на пульте загорается значок громкости. Крепление достаточно прочно фиксирует смартфон, и даже при небольшой тряске он не вываливается. Так что при аккуратном использовании за смартфон можете не переживать. Для начинающих блогеров этот монопод в качестве штатива поможет снимать неплохие видео. Например, обзоры достаточно крупным планом. Крупные предметы, конечно, уже не поснимаешь, но всякие небольшие распаковки и какие-нибудь самоделки будут смотреться отлично в кадре. А пульт дистанционного управления будет позволять оперативно включать и отключать запись. Ну чем не находка для начинающего блогера? Ну и конечно, с помощью штатива можно делать неплохие групповые фотографии. Не надо ставить никаких отсрочек, просто нажимаете кнопку и фотографируете. Ну давайте выйдем на улицу и попробуем сделать
пару-тройку красивых фотографий. Посмотрите, какое прекрасное зимнее утро. Мороз минус 10 и яркое солнце. В этом году природа нас порадовала большим объемом снега. Для коммунальщиков, конечно, это беда, ну а для простых людей и для ребятишек очень прекрасная забава. Самое время кататься на горке. Как гласит народная мудрость, любишь кататься, люби и саночки возить. В нашем случае ватрушку. А вот, собственно, и владелица. Опробует новый подарок в качестве смартфона Xiaomi Redmi 5. При такой длине палки достаточно неплохой угол обзора и можно сфотографироваться с небольшой компанией. Ну а теперь все на горку. Кататься на снегокате, делать селфи во время такого спуска – дело опасное, потому что нужно держать руль и управлять снегокатом. А вот езда на ватрушке – это совсем другое дело, тут никакого управления практически нет. И можно взять палку в руки и сделать пару неплохих фотографий, а может быть, даже снять небольшой фрагмент видео. В общем, друзья, отличная палка для селфи получилась у Xiaomi. Стоит она чуть больше 1000 рублей. Я считаю, очень неплохой подарок женщинам, например, на 8 марта. Так что, друзья, кто хочет порадовать своих женщин, заходите в описание. Там будет ссылочка на продавца. Заказывайте, не пожалеете. В свете текущей тенденции, это незаменимый атрибут любой девушки. Друзья, на сегодня у меня все. Всем удачи, всем пока.